В городском округе Люберцы продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. С 5 сентября прививку можно сделать во всех поликлиниках. Подробнее в нашем сюжете. Многие родители перед началом сезона простудных заболеваний, когда ослабленный иммунитет наиболее уязвим, приводят детей на вакцинацию. Ведь малыши от полугода до 6 лет относятся к группе риска. Заболевание у них протекает тяжелее, высока вероятность осложнений. Для нас важно, чтобы ребенок был здоровый и прививался. Но очень важно соблюдать и делать все прививки, которые положены по графику. Грипп опасен своими осложнениями, особенно для тех, кто не привился, напоминают медики. Вакцинация помогает это избежать, даже если человек заболеет. Прививки делаются именно для того, чтобы легче перенести заболевание. То есть заразиться можно, но с меньшими осложнениями. Главными противопоказаниями являются острые заболевания, обострение хронических заболеваний. А вакцина обычно переносится легко, это инактивированная вакцина. Обычно такие реакции, как небольшое недомогание, ну и местные в виде побаливания руки и покраснения, не более того. Вакцинацию против гриппа можно сделать в любой поликлинике до 1 декабря. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.